Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Если бы только господин Мицуруги был здесь. Куда же он ушел? Когда речь заходит о огневой мощи, стоит просить сумасшедшую малявку. Да, у нас есть сумасшедшая малявка. Если хотите попросить о помощи, не зовите меня этим прозвищем. Иначе я вам прямо здесь и сейчас покажу, насколько я сумасшедшая. Я, конечно, знаю, что ты упертая баба, но отбрось нам пока свои фетиши и присоединяйся ко мне на... Если бы ты так думал обо мне в обычной ситуации, то ничего не поделаешь, наверное. Но ты правда думаешь, что я дам волю своим слабостям в такой ситуации? Конечно, это же очевидно. Есть тут один верховный жрец, который раздражает меня своим эгоизмом, за что хочется ее отшлепать. Лалатина. Не зови меня этим именем! Мы точно, приточно не помрем! Если не получится, то мы просто все вместе вернемся в землю. Мне смешно! Это совсем не смешно! Эй, ты правда вообще любишь взрывную магию? Если сейчас спасуешь, вся слава достанется Виз. Или твоя магия настолько слаба, что ей не по силам такой таракан? Ладненько! Идем обратно и закатим пьянку. Интересно, сколько нам заплатят? Дурында! Вот это не знаешь, что бывает после таких слов! А? Ну вот, что я вам говорил? Чего? Получены тяжелые повреждения. Запущена система самоуничтожения. Всей команде просьба немедленно эвакуироваться. Всей команде просьба немедленно эвакуироваться. Когда я думаю о массивном взрыве бомбы, которая может стереть с лица земли целый город. Ась? Что это за чувство возбуждения, неведомое мне ранее? Смогу ли я выдержать этот взрыв? Какой бы защиты у меня не было, мне не уйти невредимой. Я уже не могу дождаться. Казума! Да-да, это я. Я иду в атаку. Что? Эй! Я ушла! Смотрите, Даркнесс пошла в атаку! За дело, мужики! Ведь я стольким обязан этому городу! Хоть я уже выше 30 уровня. Но все равно помню, почему до сих пор не покинул этот город. Да, после всей той доброты и заботы, что я тут получил. Если не верну должок, как мне потом в зеркало смотреть? Да! Не ссать, мужики! Все за ней! Тот, кто его создал, полный идиот! Купля, ведь тот, кто его создал, это я. Конец. Не смешно! Позволь мне высосать ману. С радостью. Я ни за что не скажу сделать что и не отпрыгну в ужасе, смущаясь, как какой-то 15-летний девственник. Большое спасибо. Не за что. Ну тогда... Прошу. Папа. Мама. Сейчас я стану Прости, иссушающее касание. Эй! Казума уже весь иссох. Что за тотальный облом? Слышь, бесполезность. Эй, Казума, сейчас у меня нет на тебя времени. Просто оставим все как... Хики задрот! Ты что делаешь в такой ситуации? Как раз потому, что мы в полной жопе. Только чуть-чуть, хорошо? Да понял, я понял. Тебе еще своими обманками хвастаться, да? Нет! Да, не говори обо мне, как о какой-то бесполезности. Эй, и ты туда же! Скажи спасибо, что я тебя за сиську не схватил. Беда! Из столицы прибыл отряд рыцарей! А, они прибыли, чтобы вручить мне награду лично? Ну а как же еще? Теперь-то моя жизнь полная приключений по-настоящему начнется. Обвиняйтесь в подрыве столицы. Мы берем вас под стражу. Что? По координатам, куда вы телепортировали коронатит, находилось поместье нашего владыки, господина Альдарпа. Мне пизда! Теперь ты преступник, Казумусик! Что нам теперь делать с убийством владыки демонов-то? О, боженька! Если мне еще раз выпадет шанс попасть в другой мир, то прошу! Отправь меня в замечательный фэнтези-мир, где со мной случится что-нибудь хорошее!